Участник СВО, вернувшийся в Самарскую область, после ранений получает консультацию врача по установке нового протеза. У мужчины нет части ноги ниже колена. До этого ему выдали временный протез, теперь получит новый, который будет гораздо функциональнее. Первичный протез сейчас будет модернизированный, ставит протез, уже будет, говорят, и плавать будешь, и посмотрим. Установят протез в новом медицинском специализированном центре. Самарский филиал стал 14-м в стране. Здесь предусмотрено все необходимое для пациентов. Первичная консультация и замеры, изготовление необходимых протезов, установка, обучение взаимодействию с механизмом, реабилитация и затем консультации во время пользования. Мы постарались обеспечить так пациентам для того, чтобы они, придя сюда, им не надо было больше никуда идти. Мы за них делаем все остальное максимально для того, чтобы минимизировать их и так, то, что там трудное положение, но после протезирования будем его улучшать. Центр подписал соглашение с самарским филиалом Фонда защитники Отечества. Самарские военнослужащие, которые вернутся из зоны боевых действий с повреждениями, смогут во внеочередном порядке получать качественную медицинскую помощь. Это поможет расширить действующие программы помощи военным. Это все, конечно, создает полноценную, комплексную и медицинскую помощь, и реабилитацию с высокотехнологичным протезированием. Поэтому наша большая задача – вернуть всех наших ребят, которые возвращаются из зоны СВО с ограниченными возможностями здоровья, к полноценной жизни. Поэтому мы очень рады такому сотрудничеству. Новый центр имеет техническую возможность создавать более 2000 протезов в год. Это позволит обслуживать как военнослужащих, так и гражданское население. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.